9 административных протоколов составили полицейские на нарушителей карантина по коронавирусу. Напомню, размер штрафа составляет от 15 до 40 тысяч рублей. Новых случаев заражения в Новосибирской области за последние сутки не выявили. В больнице сейчас 31 пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию, 9 человек, у которых диагноз уже подтвержден. В России, по последним данным, почти 7,5 тысяч заболевших, 58 человек умерли, почти 500 выздоровели. Напомню, в стране продлен режим самоизоляции. Врачи просят всех ограничить социальные контакты и соблюдать меры профилактики. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.